Во вселенной хоккея наступили сложные времена. Краски померкли, мир стал серым. И тут стало понятно, что КХЛ нужен новый герой. Свой маскот. Все талисманы бросились на поиски. И вот наступил день кастинга. Сделали. Так Йети Крут стал талисманом КХЛ. Всем спасибо! Все старались, придумывали, шили костюмы, снимали ролики, чтобы кто-то однажды сказал: «А ты кто? Шпиц?» Ну, ничего, еще запомнят. Пока! Он реально крут!